Рязанская областная дума отмечает 20-летие со дня основания. История рязанского парламента неразрывно связана с историей новой России, с становлением и развитием демократии. Сегодня в здании бывшего дворянского собрания презентовали книгу, посвященную рязанскому парламентаризму, а также открыли обновленный музей и галерею деятелей земского движения. Гербы всех районов области, венчающие экспозицию, символ обновленного музея. К 20-летию Рязанской областной думы изменили не только внешний вид, но и наполнение витрин, каждая из которых посвящена определенному созыву. Всего их было уже 5. Я уверен, что музей будет жить, развиваться и приносить пользу нашим рязанцам. Сегодня на открытии новой экспозиции в числе гостей и депутаты прошлых созывов. Их имена и лица здесь же, на стендах, как часть истории регионального парламентаризма. Одна из ступеней утверждения на Рязанской земле принципов народной демократии, выборности, принципов разделения властей. Не только мы видим фасадную часть, но собрано очень много документов, исторических документов, которые мы видим на стендах отражены, но суть этих документов, конечно, требует еще в глубоком историческом и научном изучении. Сегодня же в здании областной думы открыли галерею портретов выдающихся деятелей земского движения. Имена этих людей известны узкому кругу, но именно они стояли в начале нынешней системы управления регионом. Именно земство является предтечей будущих демократических начал, является по существу прообразом и современной модели местного самоуправления, и представительной власти, и гражданского общества. На научно-практической конференции поэтапно вспомнили всю историю регионального парламентаризма. От первых шагов по формированию органов местного самоуправления, основ бюджетной и социальной политики, до развернутого многоотраслевого законодательства, которое сейчас уже требует основательной систематизации. За 2 десятилетия региональные парламенты приняли более 160 тысяч законов. Из них 2346 законов приняла Рязанская областная дума. За 20 лет мы вместе с Россией сделали то, на что другим государствам требовались многие десятилетия и даже века. Сегодня же презентовали книгу о Рязанской областной думе. Как утверждают авторы, это не просто парадное юбилейное издание. Здесь постарались систематизировать архивы, научные исследования, воспоминания. Многие из участников конференции – свидетели событий недавней истории. Как пример могу привести вот несколько заседаний нашей редакционной коллегии, авторского коллектива. Было посвящено материалам, касающимся описания участия представителей органов власти региона в событиях 19-21 августа 1991 года. Как помните, это был период создания так называемого ГКЧП. А потом события второй половины 1993 года и последующих событий, это тоже всем известно, острый политический кризис, противостояние законодательной и исполнительной власти на федеральном уровне, который закончился расстрелом здания Верховного Совета Российской Федерации. В книге много аналитики. Так, здесь восстановлен список всех когда-либо избранных депутатов, а также есть перечень всех принятых законов. Кстати, сегодняшние торжества – лишь начало мероприятий, приуроченных к юбилею регионального парламента. Елена Архипецкая, Александр Бредихин, «Вести Рязань».